Всем привет! Вы на канале Работа развития Рунет, и мы с вами продолжаем зарабатывать в интернете. Сегодня видео получается достаточно спонтанным. Но прежде чем приступить к основной теме, прошу подписаться на мой телеграм-канал для того, чтобы быть в курсе последних новостей. Тема видео актуальная, интересная. Ставьте лайк и начнем во всем этом разбираться. Сегодня на почту мне пришло вот такое письмо от Medium. Периодически идет рассылка, и если что-то мне кажется интересным, я перехожу и читаю статью. Логотип мне показался очень знакомым. Недавно в телеграм-канале я писала про этот airdrop. Вот у меня такая сводная таблица есть. Можно получить $30 за монету SDBC, и эта раздача действительно до 5 мая. Ссылку на этот airdrop я оставлю в описании. Итак, вернемся к статье. В статье говорится о том, что этот проект создает новую социальную сеть, где можно будет общаться с людьми по всему миру и заводить друзей по своим интересам. У вас также есть возможность создать больше пространств, профилей под ваши любимые интересы и получать вознаграждение в зависимости от вашего уровня взаимодействия с токенами. UHAIF – собственной цифровой валюты сети. Собственные жетоны UHAIF, токен HVE – это интегрированная в сеть цифровая валюта, которая построена на блокчейне ERS-20 и ограничена в количестве. Вы можете заработать токены UHAIF, просто подключившись к приложению. Вы также можете купить токены через покупки в приложении с помощью Google Pay, Apple Pay, PayPal, B2C и ETC. Итак, статья совсем свежая, она вышла 16 марта. Предложение очень интересное, и я стала далее его изучать. На канале это сообщение тоже появилось 16 марта, только два комментария, 790 просмотров. То есть мы вообще находимся в самых первых рядах. Итак, продолжаю изучать дальше. Я перешла по ссылке, сейчас изучим все, что можно при помощи компьютера, ну а приложение само нужно будет устанавливать на телефон. Итак, получить вознаграждение. Первые 200 тысяч пользователей, которые зарегистрируются и начнут создавать контент, будут использовать приложение и взаимодействовать с другим контентом, получат до 100 тысяч токенов. Как это работает? Каждую минуту, которую вы проводите на UHAIF, каждый день вы зарабатываете жетоны. Каждый раз, когда вы создаете новый пост, ставите лайк или не нравится чей-то пост, пишите комментарий и репост, вы продолжаете зарабатывать. Зарабатывайте до 4 жетонов. Пользователи, которые используют приложение ежедневно и получают жетоны на 7-й день подряд, их заработок удваивается. На 14-й день заработок увеличивается втрое. И так далее, пока количество жетонов не увеличится в 4 раза. Зарабатывайте в 4 раза больше токенов, чем обычно, сохраняя свою серию и ежедневное посещение приложений. Ну и далее есть полезные ссылки, с которыми можно ознакомиться. Причем статьи достаточно интересные. Инвестировать, стать послом, стать модератором контента и так далее. Также есть информация о самом токене. Что такое жетон UHAIF? Токен UHAIF – это служебный токен, основанный на блокчейне ERS-20, Ethereum, ограниченный в количестве и будет использоваться в социальной сети. Купить его можно через мобильное приложение UHAIF и веб-сайт. Обратите внимание, что покупка токенов через приложение позволит вам совершать покупки только в Google Pay, App Store. Если вы хотите купить токены за B2C ETH или с помощью PayPal или кредитной карты, обратитесь к разделу через веб-сайт ниже. Далее идет инструкция, как купить через приложение и через веб-сайт. Есть также контакты отдела продаж. Купленные вами токены появятся в вашем кошельке. Откройте приложение UHAIF, коснитесь значка меню в верхнем левом углу, нажмите «Мой кошелек», проверьте свои последние транзакции. И так вот они должны отображаться. Акцентирую ваше внимание все-таки вот на этом предложении «Стать послом UHAIF». Мне кажется, очень интересное предложение. Подробнее почитайте. То есть каждый может присоединиться и продвигать эту сеть, и при этом будет получать интересные плюшки. Особенно интересно это будет для молодых людей. Бесплатные токены будут раздаваться, значки и награды, бесплатные места с отличным
местоположением и уникальными именами пользователей, эксклюзивные приглашения на местные мероприятия, уникальные товары, подарочные карты Amazon или местные эквиваленты, возможность пройти стажировку и, возможно, работать полный рабочий день в Ухайв, если вы преуспеете в программе «Амбассадор». Здесь можете подать заявку. Вам потребуется согласие родителей, если вам менее 18 лет. То есть очень интересное предложение, его можно поизучать. Итак, продолжаю дальше записывать с телефона. Теперь мне нужно нажать вот на эту ссылку. Перехожу. Прогружается все. Так, попадаю в Google Pay. Так, установить. Идет установка. Загружается. Ранний доступ написан. Но они так писали, что это бета-версия, но уже пользоваться можно. Поэтому пользуемся. Не знаю, много или это мало будет занимать на телефоне. Посмотрим. Нажимаю «Продолжить». Открывается следующая страница, нажимаю «Начать». Полное имя, пишите ваше полное имя и нажимаете кнопку «Дальше». Здесь вводите номер телефона, не волнуйтесь, никто не увидит ваш номер. Но можно использовать электронную почту. Нажимаю кнопку «Далее». Далее вы придумываете ваш пароль и нажимаете кнопку «Создать». «Сохранить данные». Нажимаю кнопку «Сохранить». Так, и вот попадаем в вот такой интересный интерфейс. Вы можете выбрать больше интересов в любое время, то есть можно пока сейчас пропустить. Еда, музыка, машины, здоровье, фитнес. Далее. Так, выберите хотя бы один. Выберем музыку, нажимаю «Далее». Итак, предлагают подписаться и нажму «Дальше». Прокрутите вниз и выберите свои любимые интересы, чтобы найти миллионы приветствующих сообщений. Переключайтесь между вкладками, чтобы просматривать самые популярные сообщения, только видео и последние сообщения. Проверить все сообщения с профилей, на которые вы подписаны. То есть вот здесь это будет. Ага, понятно. То есть это вот такой короткий инструктаж о том, как все это работает. Итак, можно просмотреть что-то, поставить лайк, например. Как интересно. Написать комментарий. Это вот человек просто картинку выложил и как-то взаимодействует уже. Наставил хэштеги. Вот ник человека и направление. Токены Hive – это ограниченное по количеству криптовалюты, используемое в Hive для транзакций. Вы также можете покупать профили и уникальные имена профилей во вкладке «Активы». Что такое токен? Получите дополнительные 25% только ограниченное время. А, ну это вот за деньги, скорее всего, что можно получить. Как купить? Для покупки. Это вот здесь можно купить активы, купить профили. Профили могут расти в цене, так же, как и недвижимость. Ну, кстати, можно попробовать создать бесплатные профили, раз их можно будет потом продавать. Это мы в магазине были. Так, мой кошелек. Токены в моем кошельке. Последние транзакции. Ну, пока у меня здесь ничего нет. То есть я могу купить токены. Это мы посмотрели. Вот еще нашла информацию об этом токене. Интерактивная раздача Ахайф. Вступление Ахайф – это революционная социальная сеть, но это мы с вами читали. Благодаря встроенному токену и вознаграждениям за использование приложения, а также привязке экономики к качеству контента на платформе пользователей, Ахайф постоянно заинтересованы в создании отличного контента. Вскоре пользователи смогут использовать токены для каждой транзакции в сети или просто обменивать их на бирже криптовалют. Листинг 31 марта 2021 года, то есть это совсем скоро. На традиционную валюту или другие цифровые валюты. Наши балансы не зависят от компрометации данных, конфиденциальности и доверия пользователей для получения дохода, что позволяет нам сосредоточиться на пользователе и его опыте. Ахайф – это первая социальная сеть, построенная на экосистеме, использующей собственную криптовалюту блокчейна. Вот почему для Ахайф важно увеличивать количество пользователей. В первом квартале 2021 года токен Ахайф будет включен в листинг первого уровня. Об обмене будут объявлены в ближайшее время. Чтобы сохранить цену Ахайф токен и обеспечить стабильность после дебюта биржи, все токены, приобретенные посредством этого интерактивного аирдропа, будут заблокированы до декабря 2021 года. Это означает, что до истечения периода между получением токенов и 1 декабря вы не сможете торговать своими токенами. Это относится только к токенам, которые вы приобрели в результате участия в интерактивной раздаче.
Интерактивные кампании по раздаче. Кампания по приглашению друга. Бесплатные жетоны можно получить мгновенно и автоматически. Плюс вы оба получите 300 жетонов. Ежедневная кампания вовлечения. Так, подробнее почитаем. Ну, это за ежедневное взаимодействие с приложением. Максимум можно получить от AirDrop 50 тысяч токенов. Так. Единственное, что я не сделала, это открыть приложение и подтвердить свою электронную почту. Начните публиковать сообщения и участвовать, чтобы зарабатывать бесплатные ежедневные жетоны. Ежедневное время, проводимое в приложении, минимальное суммарное время, проведенное в приложении, составляет 10 минут. Ну, не так уж много. Частота публикации контента в собственных пространствах, то есть можно что-то там публиковать. Вы же видели картинки, можно видео публиковать. Частота настоящих пост-реакций, взаимодействий, которые вы выполняете. Частота ваших искренних комментариев. Ежедневный множитель. Ежедневные заработанные жетоны будут умножены на ваш дневной множитель для входа в последовательные дни подряд. Один раз в течение первых 5 дней, потом умноженное на 2, потом в 3 раза. И так каждый день нужно будет заходить. Также вы можете получить дополнительные жетоны за создание видеопубликации. Подпишитесь на наш официальный канал на YouTube. Укажите название темы в описании видео. Минимальное количество подписчиков 1000. Требуемая продолжительность более 2 минут. Минимум лайков 50. Максимальное количество отправляемых видео в неделю. 2 видео в неделю. Ну, очень интересно. То есть вот сейчас вводное видео, а потом нужно будет как резюме еще. Инструкции. Создавайте оригинальный и уникальный видеоролик. Видео должно быть оригинальным. Должен включать хэштег вот этот. Если вы не отправите отчет через Google форму, вы не можете получить награды за неделю. Вы можете обратиться к этой ссылке для получения дополнительных идей и советов. Уровни вознаграждения. Но это зависит от числа подписчиков. К концу каждой недели отправленные вами видео будут рассматриваться командой, а токены будут распределяться по внутренним кошелькам пользователей. Вывод токенов доступен на любой поддерживаемый кошелек RS20, кроме кошелька обмена. То есть на бирже нельзя. MetaMask и Trust Wallet вполне подойдет. Имеет право команда отклонить неискренние видеоматериалы. Ну и далее есть приложение формы. Дальше вы можете писать статьи на Medium, и статьи будут оплачиваться в зависимости от оценки вашего сообщения в блоге команды. Требования к статье вы можете прочитать. То есть очень интересное предложение. Ну, честно говоря, меня интересует, а где мои токены-то в кошельке? Захожу в почту, и вот письмо пришло. Нужно подтвердить свою почту. Сейчас прогрузится у меня. Прогружается страница. Вы официальный. Ваша учетная запись была успешно активирована. Зарабатывать награды. Но это вот та статья, о которой я делала обзор. Тоже можно здесь почитать. Чат с поддержкой. Также через социальные сети можно. Итак, возвращаюсь. Вот такой значок. Захожу в кошелек, мой кошелек. И вот они, долгожданные токены. Ура, все получилось. То есть после того, как вы подтвердите свою учетную запись, вы получите токены. Ежедневные вознаграждения, то есть это за пребывание на платформе 10 минут. Кстати, интересные картинки и видео можно посмотреть, а также свои разместить. Ну, интерфейс такой достаточно стандартный, интересный. Скорее всего, что здесь уместно слово beautiful, но его дольше набирать вручную. С английским у меня все сложно. Но фото достаточно красивое, действительно. Итак, дорогие друзья, вот такая интересная социальная сеть. Вы можете быть в первых рядах. Общайтесь, продвигайте, зарабатывайте. И на этом у меня вся информация. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Желаю вам всем стабильного дохода. Всем пока!